Семей – духовная столица нашей страны. В городе, который стал центром области Абай, несколько улиц носят имена выдающихся личностей, как Абай Хунанбаев, Шакарим Кудайбердиев и Мухтар Ауэзов. Большое значение имеют бескрайние степи и восхитительные пейзажи. Сегодня пропаганда истории города для молодежи является одной из приоритетных задач. Поэтому в честь Дня города местный отдел образования совместно со школьными учителями проводит классные часы и уроки истории. Таким образом, у подрастающего поколения намерены воспитать любовь к родине, познакомить их с чудесами родного края и расширить кругозор. В ходе уроков учащимся продемонстрировали архивные видеозаписи и фотографии. Через эти фотографии ребята изучают и делают прогнозы о развитии нашего города, смотрят, какие у нас есть проблемные места. То есть современная молодежь должна знать историю своего города и, соответственно, через видеоархивы и видеоматериалы мы помогаем ребятам изучить историю нашего края. Дело в том, что наш город – это исторический город. Во время урока учителя использовали различные методы подачи информации. Учащиеся узнали много нового. Они ознакомились с информацией об известных личностях и памятниках нашего города, высказали свое мнение. Отдельно остановились на монументе «Сильнее смерти», поставленном в честь десятилетия закрытия Семипалатинского полигона. Они также обсуждали социальные вопросы и захотели внести вклад в развитие города. Сегодня наш урок истории был необычным. Для нас это редкость. Сегодня, в честь Дня города, мы узнали о достопримечательностях, о истории нашего города. Я думаю, таких уроков должно быть побольше, не только у старшего звена, а также у среднего. И не в честь Дня города, а в принципе нужно публично это все и почаще. Поэтому история города и День города сегодня для нас прошел и проходит очень интересно. Согласно ежегодной традиции, такой вид занятий был организован во всех школах города. Цель одна – через страницы истории сформировать у молодого поколения любовь к родному краю. Ботагоз Дандыбаева, Шугла Султан Махмудова, Азижан Бифсингазинов, телеканал «Семей».